Сорока трехлетняя Анастасия Волочкова наведалась в Государственную Думу. Блондинка выбрала неподходящий для этого случая наряд. Политическая карьера бывшей солистки Большого театра не задалась. В 2003 году она стала членом «Единой России», но в 2011 вышла из партии. 3 года назад Анастасия хотела участвовать в выборах в Государственную Думу от партии «Справедливая Россия», но в этом деле не продвинулась. Сегодня королева шпагата снова оказалась в Госдуме. Волочкова сделала фото на лестнице и показала поклонникам. При этом артистка не подписала снимок и не объяснила, зачем на этот раз пожаловала в Госдуму. Впрочем, многих фанатов больше волновал внешний вид звезды, нежели цель ее визита. Подписчики возмутились, что балерина оделась неподобающе случаю. На Волочковой были расклешенные джинсы и черная футболка с полупрозрачной вставкой у ворота. В глаза также бросался огромный перстень с голубым камнем. Фанаты уверены, что Анастасии следовало выбрать более строгую и элегантную одежду. А джинсов футболка никак не подходит для этого случая. В джинсах в Госдуму, а где же дресс-код? Или вы туда полы пришли мыть в Думу, дорогой пиджак, блузу, юбку до середины колена и шикарные сапоги? А что в Госдуму теперь в джинсах впускают? Существует дресс-код элементарный, еще бы в шортах пришла. Есть понятие «присутственное место». И одеваться туда полагается соответственно, высказались подписчики в Инстаграм. Недавно Анастасия Волочкова ответила на обвинение в алкоголизме своим коронным шпагатом и записала видеообращение к хейтерам. Ранее звезда разбила ледяную купель топором.